Здравствуйте, дорогие козероги! Это еженедельный расклад, неделя с 25 по 31 мая. Ну что, козероги, я считаю, что хорошая неделя вам предстоит. Значит, тема недели. Двойка жезлов. Сегодня я использую таро иллюминатов Эрика Дана. Вы можете всегда почитать под моими видео, что я использую, какую колоду. А, и оракульную карты «Магические врата» Денис Лин. Двойка жезлов – тема недели. Ну, во-первых, это какие-то новые возможности. Единственный нюанс, особенно с карты испытания, я бы эти, то есть не ныряла бы, сломя голову, а немножко бы как следует подумала, потому что в испытаниях у вас лежит шут. Это, естественно, опрометчивость, ну, риски повышенные, возможно, допущение какой-то глупости. Поэтому с вот этой карты испытаний я бы на двойку жезлов посмотрела, когда вам новые возможности предоставятся, вы посидите и их обмозгуйте, скажем так. Но это в любом случае появление новых возможностей, это уже хорошо всегда. Дом, семья, карта отшельник. Ну, это может быть в рамках недельного расклада будем проще толковать, чем такие вот глубокие вещи. Это может быть в прямом смысле один дома, мало ли там все умотали на дачу, а вы, как говорится, дома один или одна. То есть потом, значит, что вы можете не находиться дома, быть в разъездах или где-то вне дома находиться. Ну и даже если вы дома и все дома, может быть, это такое состояние, когда, ну, немножко я физически дома, но немножко не здесь. В таком ключе это может быть. Любовь, отношения, карта дьявола. Ну, в рамках недельного расклада я бы трактовала, что, конечно, у кого-то будет, возможно, бурная жизнь, интимная. Может быть, какая-нибудь страшная тяга к кому-то. Такая вот прям, хочу его или ее. А оно, например, недоступно по каким-то причинам. Вот с этой картой я бы сказала, может быть, будут как бы на этой неделе типа два партнера или желание двух партнеров, да, или разрывание между двумя партнерами, опять-таки. Тоже советую обмозговать, не делать глупостей по шуту, быть внимательными и аккуратными. Но в любви я бы больше так трактовала это. Вот здесь у меня почему-то нет такого негативного оттенка. В данном случае больше как у каждого есть теневая сторона, даже если люди в браке, например, даже если вы в браке находитесь, посмотреть на кого-то другого, опять-таки, это все равно мы люди, у нас есть глаза, уши, ощущения, это не значит, что мы будем это делать, но посмотреть мы можем. И, конечно же, это, ну как, высшие силы, например, как-то, на чего ты смотришь, у тебя же уже есть. Работа, карьера, туз кубков. Ну, туз кубков – это, конечно же, какое-то своего рода обновление. Для некоторых из вас это будет, знаете как, вообще карты я, вот для меня, вот, эти, вот эта связка на работу, мне кажется, позитивной. Потому что туз кубков – это какой-то всплеск, это какая-то свежесть. Даже на новой, даже на этой работе, на которой вы уже много лет работаете, это может быть такой подъем. Вот знаете, например, вы когда пришли на работу там несколько лет назад, ну, например, вы были так воодушевлены, рвались что-то делать, а потом раз так по ниспадающей, ну, так все превратилось в такую рутину, скучненько немножко. И вдруг на этой неделе у вас какой-то подъем. Может быть, лето на носу, не знаю, что там такое. Ну, в общем, вас как бы... То есть в этом же коллективе с этим, это может быть появление нового человека, и у вас какой-то подъем, да, общение. Может быть, с прежними коллегами вдруг у вас подъем, опять-таки. А вот эта карта еще может означать, для тех, кто занимается бизнесом, это может означать какие-то предложения, в том числе деловые. Может быть, вам будет деловое предложение, вас это воодушевит. Может быть, даже люди захотят инвестировать в ваш бизнес. Просто здесь надо очень хорошо все обмозговать. Помните о дураке в испытаниях, о шуте, правильно? Потому что, ну, он может быть излишне рисковый.
понимаете, такой, ну, безбашенный. Поэтому, покуда он у вас на этой неделе в испытаниях, а эта карта все равно предполагает сначала обмозговать, не кидаться так, сломя голову во что-то, а взвесить все за и против, распланировать, посчитать. То есть позитивная карта на работу. Финансы. Шестерочка пентаклей. Шестерка пентаклей говорит о получении помощи, об оказании помощи. Ну, в моем понимании, обычно, часто, это бывает небольшие деньги. Чаще так. Я считаю просто, что если вы, например, в состоянии, если вы человек состоятельный, вы можете кому-то оказать помощь. Помощь именно материальная, не обязательно деньги. Это может быть, знаете, например, вот кто-то модный, вот я, например, там, куртку эту, я ее больше не одену, потому что уже она вот это я купила там прошлой весной. А для кого-то это еще 5 лет можно носить, понимаете? Вы вот это все равно, как говорится, засунете и выбросите. А кто-то может носить. То есть я к тому, что поделиться – это тоже одна из таких вещей, которые… Потому что это давать и брать, карта взаимопомощи. Но покуда это в позиции материального, естественно, это помощь не просто «я тебя поддержу добрым словом», это помощь какого-то рода, своего рода материальная. То есть либо деньги, либо вещи, либо что-то такое, что можно ощутить, взять, съесть, одеть и так далее. То есть я считаю, что неделя очень позитивная. Дьявол в рамках недельного расклада я трактую все-таки проще, тем более здесь это двойка жезлов, я думаю, что может быть действительно как рассусоливание на тему, назовем так, на тему, посмотреть на кого-то еще и почесать, как говорится, затылок. Еще не значит, что что-то сделать. Как раз вот я бы, наверное, по шуту не советовала бы делать глупостей. И оракул Денислин, вам выпала карта, Козероги, прими то, что есть. Угу. Я принимаю и обнимаю свое внутреннее величие. Принять то, что есть. Ой, еще и летают у меня они, оказывается. Так. Принять то, что есть, это означает принять все события, происходящие в нашей жизни, как неотъемлемую часть нашей жизни, даже негативные. Хотя бы, ну как, признать, что они есть. И не испытывать сильно отрицательных эмоций, потому что негативная мысль с негативными эмоциями вкупе в неудачный, точнее, ну, для Вселенной в удачный момент, для вас в неудачный момент может воплотиться в жизнь. Ну, то есть, как желания исполняют, да, думаю, чувствую, там, хочу, загадываю, и вот оно исполняется. Так негативное же тоже может исполниться. Надо принимать все, что есть. И верить в то, что бы ни происходило, каким-то образом это к лучшему, имеет какой-то смысл, как говорят, на все воля Божья. Все имеет какой-то скрытый смысл. К сожалению, конечно, отрицательные, негативные события нам трудно принимать, и мы отказываемся понимать, что это имеет какой-то положительный смысл, но все для духовной эволюции в том числе, в этом мире. Потому что нас много, мы разные, а в совокупности и как единое целое мы человечество. И человечество развивается. И приходит к каким-то мыслям. Если раньше никто не думал об экологии, там, в 60-е, в 70-е, все заводы трубили и так далее, то сейчас об этом задумываются. Также и человек. Если были вещи раньше, которые считались нормальные, там, в 80-е годы, например, сейчас уже люди задумываются. Задумываться о разных вещах, о семейных ценностях. Поэтому все, что происходит, оно происходит со скрытым благим смыслом. И многие люди интересуются, что на дне колоды. Дорогие мои козероги, шестерка жезлов, карта успеха, карта победителя. Ой. Ну, иногда это бывает промежуточное завоевание, но ничего. Мелкими шажками, как говорится, тоже можно прийти, даже еще дальше можно уйти. Поэтому, дорогие, любимые козероги, я желаю вам прекрасной недели. Это у нас заканчивается весна, и мы скоро вступим в лето. И я обещаю, я знаю, что кто будет смотреть, я стараюсь успеть сделать расклады на месяц июнь. Вот как только успею, так сделаю. Желаю вам отличной недели, козероги. Всего доброго.